Друзья, сегодня мы с Никитой показываем мастер-класс. Первая задача – держать соперника на дистанции и, соответственно, самому понимать, где вы находитесь. Поэтому первая работа достаточно такая несложная. Одиночная лево прямой, одиночная право прямой. От положения. Здесь задача среагировать своевременно. Да, и все время держим дистанцию. Я стараюсь дистанцию где-то разрывать, сокращать. Задача бойца удержаться на своей ударной дистанции. Сдвоенный. Хорошо. Теперь добавляем уклоны. После прямого удара начинаем делать уклоны. Лево прямой уклончик, право прямой. Да. Задача упражнения — спровоцировать соперника, вызвать на контратаку. Отлично, подышали немножко. И сейчас поработаем какую-нибудь серию. Двойка, нырок правый. Угу. Ближе. Джеб. Правый. Ближе. Двигаться. Серия. Хорошо. И обратите внимание, друзья, чтобы соперник не зависал, крайне важно выход из серии фиксировать джебом. Да, либо одиночный, сейчас поработаем сдвоенно. Джеб. Хорошо, оставьте ближе. Серия. Хорошо. Да, сразу. Ослабься. Оп. Оп. Хорошо, двоечка. Серия. Двоечка. Хорошо, серия.